Я ты что-то собираешься делать сейчас? Да. А что? Я же яйцо. Ну давай тогда сначала его почистить. Ты умеешь чистить яйцо? Давай, чисть его. Здесь. Как тебе нравится? Здесь. Давай, здесь. Здесь. Давай, здесь. Все надо сломать. Хорошо, чистите яйцо. Я не могу. Давай я помогу. Так. Яйцо теплое? Да. Вот так вот чистится скорлупка, да? Оно горячее? Нет. Еще не горячее. Попробуй почисти. Ты убери сначала вот это от себя. Мне тебе не мешает. Мне не мешает. Ну давай, чисти яйцо. Хорошо. Сейчас Адриан уже почистил, и он будет убери вот эти скорлупки от себя. Сейчас Адриан порезал, будет резать яйцо. Я тоже буду резать. Давай еще раз. Молодец. Потом будем кушать. Теперь собери яйцо. Потом будем открой кушать. Его. А потом будем открой кушать. Эту штуку. Открой резку еще раз. И ставь его параллельно. Теперь Эмили на очередь. Эмили теперь... Мы тут заставили, все, ничего не видно. Эмили теперь будет резать яйцо. Молодец, Эмили. Класс! Теперь поддерживай яйцо. Давай. Поднимем его и еще раз его порежем. Давай. Давай, нажимай до конца. Вот умница! Перебрасывай яйцо в свою тарелочку. Давай. Оп. Молодец. Теперь бери вилку. И что надо сказать? Это нам не нужно. Что надо сказать? Приятного. Приятного аппетита. Молодцы.